Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня расскажу о простом и эффективном способе борьбы с судорогами ног. Особенно это касается людей после 50 лет, у которых очень часто такие судороги, особенно ночью, возникают. У меня уже есть несколько хороших рецептов на эту тему. Обязательно досмотрите данное видео до конца. Увидите большой квадрат, это будет плейлист. Там собраны все рецепты. И постепенно их применяйте, чередуясь друг с другом. Ну и перед роликом, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте мне сейчас поставить авансом лайк, и давайте я все четко вам расскажу. Итак, сегодня два простых рецепта. Первый рецепт очень простой. Купите максимально дорогое лавандовое мыло. Чем это мыло будет натуральнее, чем дороже, тем лучше. Оно должно иметь хороший запах. Что же нужно с ним делать? Можете, кстати, даже купить 2 или 3 куска такого мыла. Просто ежедневно на ночь такое мыло кладем поближе к ногам, под одеяло, прямо на простынь. Можете где-то закрепить, можете где-то рядом класть на кровать, где вы спите. Укрываемся и с этими одним, двумя или даже тремя кусками мыла лавандового спим. Так делаем ежедневно. Объяснить такой эффект лавандового мыла на отсутствие спазмов никто не может. Но иногда такой способ многим помогает. И метод номер два. Люди, которые постоянно испытывают спазмы, которым спазмы ночью приходят, практически на постоянной основе, должны кушать больше бананов. Возьмите себе за правило на постоянной основе кушать один большой банан в течение дня, несколько месяцев подряд. Желательно, чтобы бананы были максимально спелые, тогда необходимое количество полезных веществ в них будет максимальное. Вот и все, будьте здоровы! Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями данным видео и будьте здоровы!